Трио Жереми Тернуа – французский джазовый коллектив, состоящий из трио фортепиано, контрабас и ударные. С момента своего основания в 2000 году коллектив успешно гастролирует по Франции и за ее пределами. Этот успех, отмеченный многочисленными премиями, безусловно оправдан. Встреча Жереми Тернуа, Николя Майо и Шарля Дюшевера послужила рождению музыкального трио. Музыка, которую они исполняют, энергичная и чувственная, наполненная мощью и тактом. Трио получило специальную премию жюри на джазовом конкурсе «Дефанс 2003», премию «Реза Джаз» в Вене в 2006 году. В 2008 году они были отобраны для участия в программе «Jazz Migration» — ассоциации инновационных фестивалей джазовой и современной музыки, которая поддерживает молодые музыкальные коллективы. В 2008 году трио Жереми Тернуа выпустили альбом под названием «Блок». Затем в 2011-м альбом «Билл», которые были восторженно приняты критиками и публикой. В 2011 году трио Жереми Тернуа начинают сотрудничество с легендарной группой «Магма». Они совместно выпускают два альбома – DVD-диск и гастролируют по всему миру. Китай, Япония, США, Скандинавия, Европа. Сотрудничество с группой «Магма» прекращается в 2016 году, и трио Жереми Тернуа, вдохновленные новыми экспериментами, готовит свой четвертый альбом. Не отказываясь от привычной глубины и мощности звучания, их новая музыка страстная, захватывающая дыхание, сочетающая в себе мотивы джаза и рока, еще более свободная, энергичная и мощная. Приятного просмотра! Merci beaucoup. On est vraiment très 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 heureux d'être ici ce soir. Спасибо большое. Мы сегодня очень очень рады быть сегодня в этом зале. Voilà, c'est notre première venue en Russie. Это наш первый переезд в Россию. Voilà, on part de Ростов et on va jusque Владивосток. Donc on traverse toute la Russie. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Мы начинаем с Ростова и пересечем всю Россию до Владивостока. До Владивостока для нас это очень неожиданно. Et ce qui est également extraordinaire, c'est d'arriver ici à Ufa et de découvrir ce jazz club fantastique avec tout ce qu'il y a dedans et vous complet. И вот фантастический джаз клуб и все, что здесь внутри, тоже все очень радует. Спасибо. Alors, ce qu'on va vous jouer ce soir, ce sont des compositions, des morceaux que j'ai écrits pour le trio. А сегодня мы будем играть для вас композиции, некоторые отрывки, которые я написала для трио. Alors pour vous indiquer un petit peu peut-être ce qu'on va jouer. Notre musique c'est un peu comme regarder un film mais en fermant les yeux. Музыка сегодня будет представлять, как будто вы смотрите фильм, закрыв глаза. Thank you.
Thank you.
À la batterie. Nicolas Mailleux. Si c'est juste
this tune is called Repetitive. Monotony. Thank you.
Thank you. For finish this first part, a new composition is called Narsaldin. Thank you.
comme mauve. Mauve. The color.
спасибо. It's called Périlleux. Dangerous. We continue with a chanson.
Nicolas Mailleux. Bonjour Thomas. Charles Butchaber en drums. Merci pas. Thank you. We finish with the last tune. It's called Bill. It's the name of the last album. Thank you.
Christophe Merveilleux, Charles Tireur, Jérémy Ternois. Merci beaucoup.
Nicolas Mayotte.